Скоро новый фильм расследования редакции «Момент истины». В столичном следственном комитете продолжается расследование уголовного дела в отношении одного из московских предпринимателей Альберта Худояна. Его обвиняют в хищении собственности компании Mansfield Executive Limited на сумму 150 миллионов долларов. Суть дела такова. В 2015 году фирма Mansfield вместе с бывшим депутатом Самиевым договорились с Худояном о возведении жилого комплекса на территории бывшего аэровокзала в Москве. Земля под строительство находилась в долгосрочной аренде у компании Aviacity, чьим собственником через кипрский офшор Весения Enterprise являлся как раз Альберт Худоян. По договору половину акций приобрел Mansfield Executive. Однако в дальнейшем Худоян учредил фирму Prime Park, которая принадлежала по документам компании Aviacity. В обмен на акции Prime Park в собственность компании были переданы земельные участки вместе с находившимся на них строением аэровокзала. Впоследствии фирма Prime Park была передана во владение аффилированным с Худояном фирмам. Естественно, что другие акционеры в эти сделки посвящены не были. Сумму ущерба Mansfield оценил в 150 миллионов долларов. Несмотря на вполне очевидную доказательную базу, следствие тянется уже более 10 месяцев. 3 месяца назад в деле сменился следователь. Теперь им занимается следователь по особо важным делам Брянцев, который когда-то работал вместе с одним из адвокатов бизнесмена, Геннадием Удуняном. В следственном подразделении они делили один кабинет. Алло. Геннадий Удунян? Да, я. Вас беспокоит медиапортал «Момент истины». Скажите, пожалуйста, а вы работали когда-то со следователем Брянцевым? Кем? Брянцев. Знакомы. Ну, какие у них были отношения? Нормальные, дружеские, все вместе работали достаточно долго. Выпивали вместе. Конечно, я их знал. В одной структуре работаем, но компания у меня другая была. Бывших же ментов не бывает. Скорее всего, они отношения до сих пор поддерживают. У следователей и адвокаты всегда найдутся интересы. Может, из-за этого следствие 3 месяца буксует на месте. Правда, кроме одного момента. Новый следователь Брянцев пытался переквалифицировать статью на экономическую, что автоматически освободит Худояна из СИЗО. Изменение меры пресечения фактически означает билет за границу, где российское правосудие его не достанет. Может, старое знакомство следователя и адвоката дает свои плоды. Правда, возможно, что эти плоды очень далеки от правосудия. Документы, факты, комментарии – все это скоро вы увидите в новом фильме-расследовании редакции «Момент истины».